Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Иван Завьялов. Я эксперт Национальной ассоциации аукционных брокеров. Занимаюсь выкупом и реализацией имущества должников-банкротов. Сегодня в нашем видео лот из рубрики «Торговали, веселились, посчитали, прослезились». В конце прошлого года нами было приобретено металлическое изделие, имеющее достаточно большую массу и, в принципе, интересное как изделие. При этом у нас был конечный покупатель. Ввиду того, что торги были приостановлены на этапе подведения итогов, и этот процесс занял более 2 месяцев, наш покупатель уже нашел себе подходящий вариант и, собственно говоря, отказался от сделки с нами. Неожиданно торги возобновили, было более 50 участников, и я оказался победителем. Мы вернулись к проработке этого лота, понимая то, что, в принципе, и как металлолом оно интересно, но, опять же, выяснились некоторые нюансы. Эта конструкция находилась на территории, на которой находятся железнодорожные пути, и, соответственно, привезли ее туда железнодорожным краном. Кроме того, чтобы получить разрешение на выгрузку ее железнодорожным краном, нужно было пройти ряд согласований. Металлисты, которые приезжали смотреть изделия, давали не очень ликвидный ценник, с учетом того, что очень большие транспортные расходы и расходы на распил и на вывоз этого имущества. Причем пилить его на самой территории не разрешалось. Соответственно, нам пришлось отказаться от этого лота, потеряв некоторую сумму денег. Это на будущее нам очередная наука о том, что риски надо закладывать, понимая полный объем работ, которые должны будут произведены даже при негативном раскладе ситуации. Друзья, всегда просчитывайте ликвидность лота, учитывая самые негативные последствия. Это убережет вас от лишних трат. С вами был Иван Завьялов. Ссылки на мои контакты под видео. Ждем вас. Национальная ассоциация аукционных брокеров. Пока.